Ребята, сейчас мы будем бомбу взрывать и посмотрим, как она взорвется под водой. Ой, красиво! Смотрите, как вода вспенилась! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Kingdom Fire, Гусунёк, Крошка-Крошка, Кирилл Геймер, Пика, Уга-Буга, Серега. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. У нас сегодня, ребята, очень классная рубрика «Выживание на крыше». Но у нас сегодня не простая карта, а карта, где внизу все затоплено. И кто будет падать с крыши, будет падать в эту воду и сразу умирать. Если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Смотрите, какой себе взял классный хаммер. И сегодня у нас в роликах еще будет классное правило. Никаких правил. Кто какую хочет машину, такую и берет. Это будет очень весело и круто. Что вы делаете? 3, 2, 1. Погнали. Смотрите, какой Серега себе взял здоровенный грузовик. Мы зажали там. О, кстати, давайте скидывайте грузовик. Он, видите, свесился, скидывайте его. Нет, я выберусь. Ладно, я помогу. Так, первый ушел. Ай, ты зараза, хотел меня обмануть. Это хорошо. Живой еще? Я живой, что вы делаете? Все, улетел. Два жирных. У, смотрите, сейчас еще этого скину. Ну помогите. Да что ты его задрал? Смотрите, что они делают. Два грузовика просто плющат машину. Они не могут быть хуже. Так, я помогу вам, пацаны. Все-таки Хаммер делает чудеса. Я тебя вытолкну. Спасибо. Ладно, вы тарантись, а мы дальше пойдем скидывать друг друга. О, скиду этого челепиздрика, кто там у нас завис. Не надо, прошу. Да все, ты был хорошим человеком. Минус. Красиво. Ё-моё, не ту кнопку нажал, блин, смотрю назад и нажимаю вперед. Ого, это что, ты его так топтишь? Серега, успокойся. Не, Сережечка, я очень умный. О, давай, давай, Серега, давай, давай. Серега, прощай. И еще этого сейчас скинем. Тебе тоже пора. Ух ты, зараза, какой хитрый. Ой, Саня, я поехал. Отлично. Серега, ты понял, что твой грузовик немножко был, ну, неправильная машина выбрана? Я маленький. Я зато скинул такого же великана, как и я, Дима. Так, настрой осталось, да? Да. Так, смотрите, я сейчас удалю тот мост. Сейчас мы его удалим и будем выживать чисто на этой крыше. Вот. Пацаны, вы попались. Вы попались ко мне. Да. Ух ты, тихо, 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 тихо. Пожалуйста, не скидывай. Не скидывай, не скидывай. И что это у нас получается? Я просто давлю тебя. Вот, я сейчас выйду. Все, отлично. А теперь мы берем разгон и просто таранимся. Блин, у меня машина очень высокая. Я наезжаю просто на крыше им. Так, смотрите, красная машина улетает вниз. Тебе повезло. Нет, я не вылечу. Серега, я очень хорошо играю. Бедный пуп. Ой, блин, тихо. Вот это веселье у нас. Ребята, если вы влепите лайкосик, подпишитесь на канал, ролики выходят каждый день. И залетайте в наш дискорд. Ссылочка в описании, будем общаться, веселиться и угорать. Да как ты не попадаешь ко мне, я ничего не понимаю. Что вы все на меня-то? А да я просто... Да, потому что у тебя машина классная. Все, ребята, смотрите, я сконцентрировался, играю очень хорошо. Да ты задрал, ты взял машину очень маневренную. Мне тяжело тебе скинуть. Это моя любимая машина. Все, все, все. Да ты задрал задний привод, ой, переднеприводный. У него зад красивый. Так, разгоняемся и просто начинаем таранить. Так ты задрал. Ребята, так можно и свалиться. Короче, надо просто его таранить. О, у него машина уже дымит. Это хороший знак. Это у Сани дымит машина. Правда. А я поехал. Так, я не понял, ты чего? Надо его... Вот, надо его перевернуть как-то. Дима самый большой. Давай, давай, давай. Дима, мочи их. А я сейчас сделаю все, Серега, я ж по красоте. Видишь, я его тараню? Мочи, мочи, мочи. Ну, давай. Все. Помогай, помогай. Во. Да блин, ты помог мне не в той степени, как надо. А, не смог, не смог. Ай. Ай, ну, ай, нет, ай, нет, ай, нет, фух, слава богу, еще чуть-чуть. Все, я тебя запомнил, Саня, все, так оставайся. О, перевернулся, его можно сейчас скинуть. Так где я? Помогай, помогай, я готов пожертвовать собой. Помогаю. Блин, все. Ребята, ну смотрите, что творится, никак не можем скинуть. Нет, нет, смотрите, я лечу в воду, сейчас увидите, как внизу прикольно сделана эта карта. Бум.
А тут чувак стоит, танцует. О, интересно, он под водой ездит? Нет, под водой машина не ездится. Все, я выиграл. Смотрите, как это круто карта смотрится, когда она затоплена. Можете написать в комментариях, какие рубрики здесь можно классные записать. Мне кажется, есть эпичная рубрика с Человеком-пауком паутину брать. Это будет эпично. Вообще ушатанная в хлам. Смотрите, как прикольно смотрится это. Да. 3, 2, 1, погнали. Все понятно с вами. Бум, вот это подача. Ну, моя машина уже вся поломанная, поэтому ничего страшного не произойдет. Ага, еще. Вот, поддел. Блин, ну мощи не хватает, все-таки у Хаммера больше было мощи. Вот это подача была, это было сильно. Вот, давай, толкай. Ну ты зараза. Так, летим, смотрим. А! Чуть не упал! Ого, Серега, ты опять взял бульдозер мощный! По полям ездить. Нет, ребята, я вырвусь. Так не получится мне скинуть. Я в сторонку. Вот это вакханалия творится! Серега, ну ты реальный псих какой-то вообще! Я гуся за это. О, все, давай его будем вместе тебя толкать в ту сторону. Я его держу, мы его у стенки удержим. Все. А ты, кстати, когда его так транишь, у него жизни у машины тратится. Так у меня тоже тратится. Но у тебя жизни больше. Я жиробас меня. Ты держи его, а я буду его таранить. Блин, я так разгон взял, ё-моё. Бум! Ого, я загрелся, сейчас посмотрим, вода под водой затону или нет. Ну, Серега. Да, машина сразу вот этот, потухла. Гусь, Санек, кашка. Ну, давай меня зажимай. Так, давайте посмотрим, как они дальше выживают там. Так, усложняем вам ситуацию. Ой, блин, чуть не удалил мост, а чувак по ней ехал. Серега, ты что, упал? Да, меня гусь Санек какашка скинул. Блин, ты видишь, хотел ты его скинуть, а скинул он тебя. Так, давай. Ну, я скинул Максима, блин. Я не знаю, кто это был. Все, моста нет, теперь они опять выживают на крыше этой. Так, 3 человека, посмотрим, кто из них останется выигрыш. Но мне кажется, вот этот на джипе выиграет. У Филдшмерц, красавчик. Так. Уга-буга слился. Максим слился, все посливались. Почему Пика себе машину чинит? А нельзя чинить! Есть! Давай! Только машину не удаляй, падай вниз, я хочу посмотреть, как ты ляпнешься. Красиво, гусанек, прощай! Бум, вот это брызги были. Фуфил Шмерц сейчас всех скинет на своем иннаторе. Давай, убийца. А что, он всех скинул, все? Нет, он удалил случайно машину. Эй, ну вот это читерить, ребята, нельзя. Не, он случайно. За случайно бьют отчаянно. Ля, Жиробас, давай. Во. Давай. Ну, Рахид, что ты сделал? Смотрите, как он в воду упадет сейчас. Ай, блин, как ты после, как машина падает вниз. Дима, вон, он пуш упал тоже. Я смотрю. Это что? Бум, вот это брызги. Дима, это получается победила дружба? Да. Сейчас, ребята, я возьму что-то такое необычное, которое я вообще никогда не беру в роликах. А, например, я возьму машину с Мафия 2. И эта машина будет очень скоростная для того, чтобы маневрировать. Вот какую я возьму тачку себе. Очень классно смотрится, оцените ее. От 1 до 10. 3, 2, 1. Погнали. Серега, ты опять взял бульдозер? Да. Ну это прикольно, кстати. Тихо. Не, Сережечка, так не пойдет. Давай. Во, поддевай. Я тоже буду его толкать. Смотри, Серега, там зашкерились пацаны. Дави их. Не надо. Толкай, Серега. Есть, улетел, Серега. О, я чуть не упал. Блин, это было близко. Сережечка, ну что ты? Бум. Красиво ты его скинул, блин. Стоит этот троллик лайкосика за такую красоту. Ну что? Осталось на сколько? Серега, удаляй этот мост, который я сейчас еду. Он не вывезет меня. Вот. Теперь мы здесь выживаем, на этой крыше. Блин, ну моя машина вообще не тяговая, нифига она не тяговая. А, чё мы с двух сторон его толкаем? Надо с одной толкать. Кто кого? Есть, Серега! Ой, да ё-моё, гусанёчек. Нет. Вот, я подделываю, давай, гусанёк, помогай. Ну я посмотрю, я не... А, ты хотел наблюдателем, да, решил быть? Да блин, моя машина нифига не тянет. Сейчас он вас обоих скинет. Да не скинет, Серега, ну не скинет. Ой, трамплин. Что, щенок?
О, сейчас мы кое-что подправим, подождите. Ой-ой-ой! Да ты по меня свойства машины, зараза ты такая, ребята! Ты не скинешь ему, пока ты со мной не поборешься. А, ты будешь защищать меня? Ребята, смотрите, Гусарёк защищает меня, и при этом сам слез! Я выиграл! Я дал тебе победу, я защищаю. Гусанёк, спасибо тебе большое. Кто бы знал, что можно таким тупым способом выиграть? Ого. Так. Все, свойства поменены. 3, 2, 1. Погнали. Так, сейчас смотрите, ребята, за то, что люди поменяли свойства, сейчас будут первые сами падать. А я здесь просто постою, покайфую себе. Максим, это я. Вот это там развязка идет. Почти минус один. Шокальная машина. Ну что, зеленый? Пошел вон. Погоняемся? Нет, Максим, нет! Ты что, решил со мной подтягаться? У меня машина. Ёп! Нет, я упал! Блин, я сказал, Хаммер, что поменял свойства. Хаммер подвел, да. Дима? Да блин, я свойства как идиот поменял. Ну ёкалэменэкала. Утонул. Да я поддался вам специально, пацаны, я же не хотел два раза выигрывать, чтобы не быть победителем. Я вам грузовики, Дима. А вот Серега у нас едет. Ай-яй-яй. Серега, что я там поменял? О, кто-то упал вниз. Вот, сейчас еще упадет. Еще один улетел вниз. Смотрите, как он в воду падает красиво. Блин. Так, удаляй мост, да, я согласен. Ну что, пацаны, посмотрим, кто победит в этом ролике. Даже интересно. Серега очень взял медленную машину, но я так понял, что она очень тяговая, да, у тебя? Так, я буду с Серегой кататься. Смотри, он хочет... Да не скинешь ты меня. Нет, могут, ребята. Они вдвоем хотят. Нет, я не хочу вдвоем. О, может, пацаны, вам гравитацию уменьшить? Ты что, Дим? Это свой гравити. А че, выйдет прикольно, кстати. На дырку только не ставь, это реально. Ой, Серега, у тебя машина приподнялась. Классно получается. Тихо, аккуратно. Подвеска у тебя, Серега, нормальная. Ой. Это на всю гравитация. Немножечко теперь будет лучше вам, пацаны. Смотри, за мной едет, а? Ну да. Ну так веселее. У меня так хп. Ну это прикольно же. О, давай, Серега, ты скинешь их. Из-за того, что гравитация очень высокая, сейчас соприкосновение с землей очень, ну, легкое толкать будет. Ну, Серега! Ну, Сережечка! Мы с тобой, Серега, летим в воду. Прощайте, мы купаться. Может, там пора под колеса гранаты бросать? Нет, мы сейчас. А я буду гравитацию изменять, так веселее. А, упал кто-то? Нет, не упал. Нет. Показалось мне. Это будет долго. Не, недолго будет, смотри. Дима! Да я случайно, ну там чуть-чуть. Он перевернулся. Ой, все. А он может перевернуться влево-вправо, нажимать и перевернуться. Нет, уже. Может. Дима. Да я не сильно гравитацию вам поменял. Саня, вези. Давай. Блин, классно получается. Во. Зря повернулся, Дим, да хватит баловаться. Да ну прикольно, что сюжет меняется. Ну все, Гусанёк, ты выиграл. Нет, еще, подожди, еще. Да вперед газуй, чувак, на джипе. Давай, Саня. Он пытается. Саня, давай. Все, пацан, застрял. Все, Сань, давай, добивай. Ой! Дима! Ой! Да все, нормально. А, все, Гусанёк, ты выиграл. Ну, в любом случае, он его скинул. Ребята, сейчас мы будем бомбу взрывать. И посмотрим, как она взорвется под водой. Сейчас мы ее активируем. Ой. Сейчас. Надеюсь, я попаду под воду. Да, точно должен попасть. Нет, ты в дом, кажется, попадешь. Ой. Да, в дом, Дима. Да, я специально неправильно кинул. Вот сейчас под воду. Отойдите. Во, все. А в стенку не врежется? Может. Ну, не факт. И она летит, она в воду, кажется, да. Ой, красиво. Не взорвался. А где эффект от взрыва? О, это вода. Это вода. Да нет, должен быть эффект, вы чего? Где эффект? Я хочу эффектно взорвать бомбу. Вот, сейчас четко. Да ну не мешайте, пацаны. Ну. Четко попал. Ой, красиво! Смотрите, как вода вспенилась. Все белое. Это подводный атомный. А вы заметили, что радиус меньше стал из-за воды? Да.
Ай, красота! Смотрите, как вода распыляется, как волна идет. Если вам понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока. Ура! Thank you.